Кидай. О, как. Всем привет! С вами канал Art Money. И Димочка первый раз вот так мяч кидает об стену. Смотрите. Давай туда, на ту стену. Близко не подходи только. О, как ты. Первый раз такое. Да. О, как. Надо мне с той стороны, наверное, встать. Давай, с той стороны я встала. О, как Дима играет. Сам главное, интересно, предложил. Давай какой-то об стену будем кидать мяч. Я говорю, ну давай, игрушки приберись. Он здесь все убрал. Вот он сам все убрал. Сам все сложил вот здесь вот. Мягкие игрушечки у нас вот тут лежат. И играет. Да? Ну, немножечко там он... У нас какая-то грязь лежит. Это он отрывает периодически от стены. И сам потом убирает, да. Просто сейчас скажи, ведерко мама заняла, да? Мама заняла ведерочко? Да, мама заняла ведерко своими палитрами. Да, никак я не могу их это убрать на место. Они уже у меня помылись, уже высохли, надо убрать. Да, порвал Дима. Мама еще тут немножко порвала. Дима порвал. Дима начал сюда вот тут вот убирать вот это. Эти вот штуки сделаны мягенькие, потому что он головой ударяется периодически. Вот. И они немножечко это мягенькие. А вот это вот она сверху, чтобы потом ее снять, постирал. То есть она свеженькая. И опять накрыл. Здесь уже он все порвал. Вот здесь он отгинает. И вот сюда вот или сюда вот встает ногами. Держится за стену. И вот там начинает отрывать. И пришлось мне самой вот это все дальше дорвать, чтобы он не вставал сюда вот. Здесь, конечно, надо все перевязывать заново. Все заново переделывать. Не знаю, когда у меня на это будет времени. Честно говоря, очень сильно устаю. Очень много роликов. Стараюсь сейчас ложиться спать раньше. Ну, как обычно, я ложилась. Потому что до этого я ложилась спать в 4 утра. И, конечно, у меня сон сбился. Я очень плохо сейчас стала спать. Очень чуткий такой сон стал. Ну, я надеюсь, что он нормализуется у меня. Один раз уже так был, но у меня он быстро нормализовался. Вот. А в этот раз вот никак. Очень много роликов, я не успеваю просто. Не успеваю их ни монтировать, ничего. Не знаю, почему. Ощущение, как будто да не стали короче. Ну да, наверное, кстати, еще и Дима стал ложиться спать позже на час. Мы раньше ложились в 8 спать, а теперь Дима ложится спать в 9, потому что там познавательные мультики разные. Вот, там про буквы, про цвета, там какие-то конструкторы, машины там изучают они. Ему все это очень нравится. О, где твой шарик появился? Да, ему все это очень-очень нравится, и поэтому спать стали ложиться позже. Смотрим мультики почти целый час. Вот, и все-таки телевизор смотреть нужно. Да, скажи, мы за него же платим. Да, за мультики ты же, мы же платим и не смотрим, только-только начали смотреть. Его особо не интересовали до этого мультики, я пыталась. А сейчас вот наконец-то его заинтересовали они. Очень уж они ему больно нравятся. Пусть смотрит ребенок. Да? И я заодно вместе с ним сижу и смотрю мультики. Не ухожу куда-то там своими делами заниматься, сижу. Если я начну просто своими делами еще заниматься, то мои дела обычно, как правило, надолго. Он обычно приходит ко мне и начинает звать. Мама, мама, пошли. Что это такое еще, мама, отдельно. Вот, и поэтому. Вот так вот. Здесь вот тоже, вот видите, с этой стороны гораздо мягче. Вот я веревками перевязала. И, конечно, вот сверху вот этой вот штукой, чтобы, не дай бог, он веревкой там где-то не зацепилась, там ему за горлышко, например. Вот. Она вот. Поэтому вот сверху надо вот это все, конечно, снимать, все заново стирать. А вот здесь, конечно, вот этот пододеяльник. А внутри него одеяло находится. По-моему, ну да, по-моему. Ну да, да, точно, вот оно. Одеяло. Тут уже он все грязненькое. Но это надо, конечно, надолго
Не знаю, когда я займусь. А бортики у нас были до этого бортики. А, их постираешь. Конечно, их нужно было прошить. На тот момент у меня не было швейной машинки дома. Она была у мамы. Мне бы хорошо прошить. Их постираешь, и они, знаете, вот просто вот так вот верном. Там вот внутри них этот поролон, он просто там, вот, не знаю, это жуть была. Конечно, может быть, нужно попробовать где-то. Мы их отдали даже даром, я помню. Сейчас бы, конечно, хорошо бы мне какие-нибудь бортики также даром. Потому что что-то переплачивать опять не хочется совсем. Он их тоже там рвал. Вот. Ну, так вот у него получается. Вот здесь прям хорошая такая. Здесь вот, конечно, немножко потоньше. Тут вот уже свекровь покупала поджопники. Хорошо бы, конечно, еще вот такие вот поджопники. А здесь я уже полотенчиком. Уже, кстати, на днях вот зашивала, перешивала. Здесь он уже порвал дырочки, обидно. Хороший такой полотенчик большой, да? Вот тут я вот так все прошила, с этой стороны. Нужно было его постирать, конечно, сначала. Красиво, да? Да. Играй. Играй, играй, красиво, да. Ну и здесь у меня тоже все зашито. Поэтому вот у ребенка вот так вот. Вот она даже, кстати, второй раз, я уже один раз стирала все это. Вот, и было прям классно. В этот раз я плохо положила, и здесь вот плохо натягивается. То есть вот с этой стороны, например, вот, она прям длинная, она хорошо растягивается. Это, кстати, коробки у нее лежат. Да, давай, давай, прыгай, скачи, скачи, давай, у тебя энергии там навалом. Вот, поэтому не обращайте, пожалуйста, внимания на эту кровать. Ну, вот, к сожалению, вот так вот. Честно говоря, мне самой даже не нравится вот это вот все, как это все выглядит. Но, блин, других вариантов нет. Он ударяется, и ребенку больно. Как бы вот так вот. Да? И посередине у нас стоит, скажи, кровать. Почему она стоит посередине? Чтобы... И далеко от стены, чтобы он не рвал, потому что, ну, блин, он встает, я переживаю то, что он проснется раньше меня, да, встанет и вдруг упадет, да, и также далеко от шкафа, потому что он лазит. Вот здесь вот я уже внизу все поубирала, у меня вот тут внизу игры лежали, вот здесь вот, вот, то есть вот, ну, как бы место есть. Он все отсюда достает, вот, до сюда вот пока не достает, но здесь вот она... Плотно лежит довольно. Еще вот тут, вот наверху чуть-чуть у меня лежат там чашечки. Это мы делали поделочки. Вот они, вот эту вот поделку делали. Это, кстати, вместе с вами делаю, на нее ролик есть. Вот, поэтому вот отсюда вот приходится все убирать. И книги далеко. Вот здесь вот тоже вот внизу, когда я только раскладывала, все не знала. И здесь тоже наложила много книг. Он до сюда вот достал и порвал часть книг. Это было немножко обидно. Ну и там вот это вот наверху. То есть здесь у нас пусто, потому что он постоянно сюда залазит. И вот эта дверца, она уже подломана немножко. Она открывается слишком сильно, по-моему, она... Да, она вот, видите. Она подломана. То есть он ее уже немножко сломал. Не знаю, что с ней произошло. Тут вроде так-то нормально, кстати, если... Мужчины смотрят нас, напишите в комментариях, что можно сделать, чтобы она так сильно не открывалась. Наверное, мне кажется, может быть, что-то подвинтить здесь вот. Или, может быть, наверное, уже все. А, ну тут, кстати, вот поменьше. Да, здесь у меня, кстати, вот литература, книжки лежат. Вот, у нас ничего не лежит здесь. А здесь у него коробки, он любит очень заниматься вот этой вот полочкой, складывать тут коробки. И как-то он с ними играет. Где еще у тебя коробки? За кроватью у тебя коробка есть? Неси ее. Несешь? Нет? Он складывает разные. Нет, не там. За твоей кроватью. Он складывает как-то так коробки, они не помещаются. Он их вытаскивает заново. И то есть ребенок на какое-то время там занят. Вот, давай, да. Еще какая-то у тебя коробка была. Вот. Было у него, конечно, их много. Некоторые он уже порвал. А это вот... От конструктора мы вместе с вами ее собирали. И у него... Ой, от машинки. Она такая довольно плотная. Ну, на машинку не было обзора, к сожалению. Здесь машинка. Да, и та машинка, и там. И он вот он их складывает то так, то так. Они там друг на дружку не помещаются. Еще было где-то, да? Где у тебя еще?
Где? Ой, у нас уже 10 минут почти болтаем с вами. Сегодня, короче, так вот у нас был обзор Диминой комнаты. Дима у нас прыгает, играет, да? Ну да, оставшиеся игры у нас, конструкторы вот здесь вот лежат повыше. Мне их отсюда удобно доставать. Там, кстати, вот этот уголочек, это моя картина. Последняя, кстати, осталась. Я уже... Так, я одну продала. 4 у меня их было. Одну продала, другую я обменяла на мед. Или 3 их было, что ли? На мед обменяла, еще куда-то делась. 3? А, нет, 3 их было. Одну продала. Одну я под заказ потом рисовала. Да, одну под заказ рисовала. Она уехала, по-моему, в Италию, если я не ошибаюсь, мне сказали. Одну купили, они же у меня. Сначала они купили, потом под заказ рисовала. Одну обменяла на мед. Да, на баночку меда. Каштановый, по-моему, я обожаю. Черный мед. Я его обожаю просто. Горький мед, черный, прям на вкуснятина. Вот. И одна вот у меня картина там осталась. Достать. Там, наверное, пылище уже. Да, конечно, там уже пылище. Она уже запылилась, вся такая вот картина. Не знаю, кстати, ее можно повесить. Картину, да? Да. Это, по-моему, я даже, наверное, ее рисовала по мастер-классу. Да, 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 картину. Тут вот моя подпись есть. От. От Апина. Да, но она уже пыльная. Свекровь ее зачем-то положил туда. Опа. Да. Туда. Туда. Вот. А тут, кстати, вот есть Димины работы. Ну ладно, короче, вам сегодня будет обзор просто Диминой комнаты. Вот. Здесь, кстати, картина вот эта вообще, просто ее обожаю, Димину. Это мы ходили в клуб заниматься с ним. И так получилось, что был первый снег, и они рисовали дерево. То есть первый снег, осень, первый снег. И это, в этой картине, конечно, он передал все, что он увидел на улице. То есть получается, вот они, эти листики лежат, да? Получается, тут что-то немножко листики. И остальное все белое, то есть это снег. То есть, блин, не знаю, это просто шедевр. Это просто шедевр. Не знаю, для вас, не знаю, как это будет для вас смотреться, конечно. Но для меня это шедевр, честно. То есть все белое, там другие дети, да, тем более сравнить, что рисовали другие дети. Там просто, не знаю, вот так вот каляки-маляки, просто все мазюки. А тут можно понять листочки какие-то. Он прям старался, вот он листочки, тут вот какие-то вот. Именно вот, ну, как художник. Ну, прям вот, не знаю, видимо, в меня, да, какой-то. Тут белочка. Тут вот здесь ему, по-моему, помогали уже. А, здесь вообще сделали почти за него. Он почти ничего не делал. Вот это, кстати, я не люблю. Я люблю, если ребенок может что-то делать, то он должен делать это сам. Что, когда он делает это сам, в этой работе будет что-то необычное. Что-то, знаете, как звездное небо. Оно же не просто так, оно там, ну, как... Не просто разлетелись эти звезды там и лежат себе, там, это, допустим, друг за дружкой, да? Они как-то так лежат, что созвездия получаются какие-то, там, не знаю, ну, блин, короче, меня поняли. Вот, поэтому я считаю, что ребенку это можно что-то найти. Вот, ну, здесь тоже мы почти вместе сделали. Эту, по-моему, он делал в клубе, да, вон она подписана в клубе. Вот. Да. В клубе делали, да. В клубе. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Всем пока-пока. Подписывайтесь обязательно. И ставьте лайки. Дима, лайки покажи. Лайки, лайки, лайки. Вот такие лайки ставьте нам. Веселые лайки. Лайки, 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 лайки. Да, сына? Скажи пока-пока всем. Помаши ручкой. Пока-пока. Да?